Приветствую вас, дорогой друг. С вами Роман Ворода и Рустам Мухаммедгалеев. Я проживаю на Украине, занимаюсь бизнесом уже 5 лет, и первый мой правильный бизнес начался в 2008 году. Личность же Рустама Мухаммедгалеева – это 70 тысяч человек в его структуре, в его команде и 10 тысяч евро суточного дохода. Рустам – это миллионер, человек-практик с многолетним опытом в бизнесе. И сегодня мы хотим вам презентовать бизнес, компанию, которая называется «Академия богатого папы» имени Роберта Киосаки. «Академия богатого папы» – это легально-юридически зарегистрированная компания, которая несет в себе миссию обучения людей финансовой грамотности и предлагает практическую модель создания активов. Активы – это то, что будет давать вам доход на постоянной основе, где вы можете жить безбедно. Компания имеет маркетинг, денежный поток, вход в который доступен любому, абсолютно каждому человеку, потому что составляет всего-навсего 500 российских рублей. За эти деньги вы уже начинаете обучаться финансовой грамотности, создавать активы, и на практике каждого обучают этому. Но если вы хотите сразу же серьезно подойти к бизнесу, это 3,5 российских рублей, это примерно 100 американских долларов. Здесь с этой инвестиции начинается серьезный бизнес. Я вот вам что хочу сказать, дорогой друг. Наступили золотые времена для сетевого бизнеса. Теперь может любой, абсолютно любой человек может преуспеть. Вам будет предоставлена автоматическая система рекрутирования с правильно выстроенной информационной подачей, которая обеспечивает рекрутирование, вход в бизнес и развитие человека практически без вашего участия. Так что я рекомендую пройти по ссылке, предоставленной под этим видео в описании, создать бесплатную версию обучающего кабинета и получить первые азы финансовой грамотности. Я передаю слово моему партнеру по бизнесу, наставнику, человеку с большой буквы Рустаму Мухаммедгалееву. Рустам, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Мое имя Рустам Мухаммедгалеев. Мне 34 года. Я занимаюсь 12 лет, уже скоро будет 13 лет, различными бизнесами. В основном я начинал и сейчас продолжаю заниматься сетевым бизнесом. И сегодня мы с Романом вам предлагаем замечательную возможность создать себе активы, которые вам будут печатать деньги каждый день. Именно об этом пишет Роберт Киосаки в своих книгах. Именно этому обучает проект «Академия богатого папы» имени Роберта Киосаки. И вот я рад буду вас приветствовать в команде Романа, то есть обязательно узнайте о нем побольше, узнайте о том, как он работает, познакомьтесь с ним лично, переговорите, и вы убедитесь, что это действительно очень сильный наставник. Что я хотел бы вам сказать? Вот сейчас я покажу вам экран, да, и на экране покажу одну картинку, на основе которой мне вам будет легче объяснить, что я вам хочу передать. Вот смотрите, перед собой вы сейчас видите такую картинку, называется она «Круг жизни наглядно», да. То есть вы сегодня можете долго думать, долго решать, подписываться, не подписываться, начинать, не начинать. Но, как это вы уже наверняка заметили, жизнь бежит очень быстро, да, то есть сегодня вам было только что 18 лет, сейчас уже, например, уже 20, а потом уже не заметите, как будет 25, 35, 45 и так далее. Поэтому очень важно, чтобы вы каждый день своей жизни использовали с очень большой пользой для себя. Что это означает? Это означает то, что вам необходимо срочно, если вас не устраивает что-то сейчас в жизни, ну а раз вы смотрите это видео, то, скорее всего, вас что-то в жизни не устраивает. То есть необходимо срочно пересматривать какие-то свои параметры, необходимо пересматривать то, чем вы занимаетесь каждый день, пересмотреть свой график и начинать работать именно в правильном месте, в правильном бизнесе и создавать именно правильные активы, которые будут вам печатать деньги. Если вы это делать не будете, то, предположим, вы сейчас находитесь там, где вот зелененькие листочки, да, например, уже внизу, где на циферблате мы сравним, так, цифра 6, там у нас уже такой красноватый, уже бледный уже листочек, да, где у нас цифра 9 на циферблате, там уже листочки уже такие красноватые, а где у нас цифра, значит, там 11, да, на циферблате, там у нас уже пепел, вот, там уже человек прекращает свою жизнь. Так вот,
Очень важно, чтобы вы не жалели о прожитых годах, очень важно, чтобы вы воспользовались всеми благами цивилизации, которые сегодня есть. Это очень важно начинать, срочно начинать действовать. Если вы это не будете делать, то через 5-6 лет вы скажете: эх, почему я не использовал такую возможность, почему я не использовал ту возможность и так далее. Соответственно, если вы будете действовать в компании Академии Богатого Папы с маркетингом денежный поток, если будете обучаться и правильно потом применять эти знания, то у вас будут очень шикарные результаты. Вам каждый день будут приходить на ваш Яндекс.Кошелек деньги, каждый день вы будете возможность получать, снимать, обналичивать эти деньги и потом, соответственно, создавать и активы, и реализовывать свои мечты. И у вас, вот знаете, говорят, вот богатые тоже плачут, да? У вас вопросы будут не такие, вот как, например, у многих людей сейчас вопрос там, где взять деньги там на еду, где взять деньги на путешествия, где взять деньги на оплату кредитов. У вас вопрос будет другой, у вас вопрос будет, где разменять вот такие деньги, да, то есть это самая маленькая российская купюра, то есть 5000 рублей, это примерно $150, если не ошибаюсь. Ну, там сами пересчитаете. То есть вот у вас будет вопрос, где вот такие деньги разменять, потому что вы с таким, у вас в бумажнике будут вот такие самые маленькие деньги. И вы будете идти утром, предположим, там в магазин, чтобы себе что-то купить на обеденный перерыв, предположим, если вы еще с работы к тому времени не уволитесь. И вам с утра будут говорить: ну где же вам размен на такие деньги возьмем? Поедете на такси куда-то, например, там тоже утром, таксист вам скажет: у меня размена такого еще нет, поехали на заправку, разменяем. Ну и так далее. То есть у вас вопрос будет не в том, что где взять деньги, а вопрос будет в том, где разменять такие деньги, которые у вас будут вот именно такого достоинства в кошельке. Поэтому я вам предлагаю активно действовать, активно сотрудничайте с Романом. Это действительно очень серьезный наставник, действительно профессионал своего бизнеса. И до встречи на следующих вебинарах, на следующих видео. С вами был Рустам Мухаммедгалеев и Роман Ворода.